От большой конюшни, где ночевали почти 40 элитных скакунов, остались лишь дымящиеся головешки. Сгорели лошади самого известного и титулованного заводчика Хакасии Ивана Миндибекова. Шок и слезы. Плачут и люди, и кони от боли. Сильные ожоги. Много пострадало. 4 сильно пострадало. А сколько погибло? Не знаю. Сколько лошадей удалось вывести из горящей конюшни, похоже, точно не знает никто. Брат Ивана Миндибекова Николай только разводит руками. Я вот приехал туда вместе с тобой, наверное. Я вот сразу, не поддерживая, сюда пошел узнать, что тут, что причина-то. Я не знаю даже, сколько лошадей погибло. Половина, говорят. Сам Иван Миндибеков ни с кем не разговаривает вообще, даже со следователем. Мужчину можно понять. Только на этой неделе Коневод лично встречался с губернатором, где показывал награды с недавнего турнира. Его питомцы заняли 5 первых мест Большого Сибирского круга. А сегодня трагедия. Для заводчиков лошади как дети. Иван Миндибеков утром потерял почти всю свою лошадную семью. Как так получилось, пока говорить рано. Поджог не исключается, потому что произошло это моментально. А если поджигают люди, то происходит стремительное возникновение пожара. Эта версия также у нас в производстве находится. Спустя 4 часа после начала пожара огонь еще виден. Потушить пожар удается не так быстро, как хотелось бы. Сказывается удаленность водоема, ближайший растительный канал в километре отсюда. Когда начался сам пожар, оказалось, что на конюшне всего 2 кубометра воды. Машины постоянно курсируют туда-обратно. Конечно, затягивается тушение. А вот так конюшня выглядела 2 дня назад. Сюда специально перевезли весь цвет коневодства республики. Завтра они должны были выступать на республиканских соревнованиях в Абакане. Это были фавориты состязаний. Просто, говорю, это высший класс, это элита. Американских, русских и орловских лошадей. Элита. Такие лошади бывают редко, просто попадают редко. И нужно, еще раз повторю, годы, время и деньги восполнить, восстановить, вырасти, испытать. По последней информации, в пожаре сгинули разом 19 породистых скакунов. Вывести удалось 14 коней. Все ли из них выживут, не берутся сказать даже ветеринары. Между тем, Минсельхоз Хакасии уже заявил, что готов оказать помощь конезаводчику. Таир Читаев, Владимир Байкалов, Новости, 7 телеканал.